чтобы не заводились никакие вредители. Барев здесь, дорогие друзья, меня зовут Руслан, и вы на канале Самовар Kitchen. Наш канал смотрит много разных наций и народов мира, и мы сегодня хотим посвятить это шикарное национальное казахское блюдо нашим братьям-казахам. А готовить мы будем сегодня, как вы догадались по ингредиентам, бешбармак. Классический бешбармак готовится из конины, поэтому нам удалось достать вот такую шикарную конину. Также у нас пойдет курдюк, это бараний курдюк, и колбаса, ее называют козы, но казахи ее называют шужук. Это не путайте, пожалуйста, друзья, есть козы вяленая, сушеная, а нам нужна для бешбармака козы именно сырое, потому что мы его будем варить. Бешбармак — это очень простое блюдо и очень требует мало ингредиентов, но оно очень вкусное. Кроме мяса, нам понадобится еще тесто. Вот такое мы взяли. Мы взяли уже готовое тесто, можно самому это сделать. Также нам понадобится лук и соль. И родниковая артезианская вода. Мы специально нарезали куски крупные, ребят. Когда варим, мы будем варить это мясо 3 часа, поэтому мы берем крупные куски. Если вы не найдете конину, ребят, вы можете купить говядину и также из говядины приготовить это блюдо. Но вот колбаса, она обязательно. А это у нас конский жир немножко тоже сюда пойдет. Все, заливаем сейчас холодной водой и ставим на огонь на 3 часа. Как закипит, снимаем пенку и солим после того, как закипит. Богом. Сегодня у нас будет чай из мелиссы и шалфея. Сейчас заварим. Чайная пауза. Супер. Чай. Бомба. У нас закипело, ребят, снимаем пенку. Забросим 2 головки лука еще. Добавим соль. А также лаврушечки. Берем жирный бульон и вот так поливаем. Я забыл, как это называется у казахов. Ребята, если вспомните, напишите, пожалуйста, в комментарии, как это называется. Вот так. И на медленном огне мы это должны до полуготовности. Еще чуть-чуть бульончика жирненького. Вот так.
Совсем забыл поперчить. Обязательно. Надо лук поперчить. Прошло 3 часа от того момента, как начал кипеть. Смотрите, что у нас получилось, ребятки. Сейчас мы достаем все мясо и даем ему остыть. Вот у нас конина. Сейчас. Вот такие у нас большие куски были, вы помните? Вот они у нас. Сейчас еще мы колбасу достанем, козы. Шужук. Сейчас. Опа. Это самое ответственное. Ой-ой-ой. Горячо. Самый ответственный момент. Сейчас я попробую его тоже достать. Вот так. Вот, смотрите, какая красота. Уже аппетитно. О. Режем мясо на куски. Смотрите, как косточка отходит. Опа. И вот так красивенько. Дальше козы, по-другому шужук. Так, отрываем козы в своей оболочке, поэтому мы вот так снимаем. Вот так. Все. Это убираем в сторону и режем. Режем, друзья мои. Смотрите, какая красота. Не, ну это я должен попробовать сейчас. Тает во рту, друзья. Тает во рту. И сейчас пойдет у нас курдюк. Хвостик тоже. С вашего разрешения. Вот так. И смотрите, бараний курдюк. Он тоже нам нужен будет. Вот так. Смотрите. Вот такая вот красота, ребята. Вот так. Сейчас все мы помешаем, ребят. И перемешиваем, чтобы оно не прилипло. Держим минут 5-7 максимум, ребят. И готово. Прошло 7 минут. Вынимаем наше тесто. Для начала возьмем бульон и тарелочку нашу смажем жидким бульоном, чтобы тесто не прилипало. Вот так. Смотрите, какая красота. Казахи знали толк в еде. Собираем наш бешбармак, друзья. Значит, берем вот этого лучка. Вот так. Сюда. Чуть-чуть. Еще. Вот так. Дальше у нас конина. Я уже есть хочу. Потом у нас пойдет козы. Дальше у нас курдюк. Все делается руками. Все, друзья, бешбармак готов. Переходим к рубрике «Дегустация». Немного присолю. Ну что, друзья, готово наше блюдо.
приготовили сегодня казахское блюдо бешбармак, что в переводе называется беш – это пять, бармак – это пальцы. То есть это блюдо едят руками. Давайте снимать пробу. Вот так аккуратно берем тесто. Так. Попробую козы, лучок. Вот так. Что из этого получится? Друзья, пальчик оближешь. Так, возьму еще тесто, возьму курдюк и возьму конину. Вот так. И все это также попробую. Ребята, это просто... Это просто бомба. Так просто, так вкусно. Еще возьму конину и возьму лучок. Лучок, конечно, дал свою изюминку, ребят. Первый раз готовлю это блюдо. Спасибо нашим братьям-казахам за такой крутой рецепт. Ну что, мои дорогие, спасибо за то, что просмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на наш канал, поддержите нас лайком. Готовьте вкусно, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И казахам огромный привет. Смотрят за то, что смотрите нас. Спасибо. Просто огонь. Ричи, сейчас мы тебя накормим. Просто огонь. Сытное, шикарное блюдо. На, Ричи, на. Вкусно. На еще.